кристально чистых водах Атлантического океана у Фарерских островов выращивают новый суперпродукт – морские водоросли. Это настоящая кладезь сокровищ. Морские водоросли являются одним из естественных источников йода. Содержат витамины, антиоксиданты и минералы, такие как кальций и железо, а также полинасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для человеческого организма. Перерабатывая собранные макроводоросли, они вносят вклад в возможности применения сырых продуктов. Их можно использовать в качестве продуктов питания и корма для животных, для косметики, фармацевтики, а также в качестве удобрений, биотоплива и упаковочного материала. Лидером в развитии систем выращивания морских водорослей является Ocean Rainforest на Фарерских островах. Под руководством своего основателя-новатора в 2012 году компания начала открывать неизведанный потенциал морских водорослей и сегодня строит свой бизнес, опираясь на этот огромный и быстро растущий рыночный потенциал. Выращивание морских водорослей имеет большой бизнес-потенциал. Они быстро растут без использования удобрений, поглощают больше азота и углекислого газа, чем тропический лес, борются с изменениями климата и очищают океан. С одних и тех же линий можно собрать до 6 урожая без повторного посева. И 2 урожая в год является абсолютно реальным. Поскольку 2/3 поверхности земли являются водой, площади, доступные для возделывания, практически не ограничены. Таким образом, они снижают нагрузку на пахотные земли. Это устойчивая альтернатива продуктам питания и корму, которая к тому же создает рабочие места. На Фарерских островах водоросли уже стали движущей силой местного развития в прибрежных сельских районах. И возможности их репликации открыты для всех, кто живет рядом с берегом Северной Атлантики. Кроме того, системы выращивания, разработанные Ocean Rainforest, в настоящее время адаптируются для водорослей Тихого океана в рамках демонстрационного проекта в Калифорнии, США.